Доброе утро всем, с вами Артур. В общем, сейчас, сейчас 6 часов утра. Позвонил мне, написал мне Серега Минсту, или я поеду на встречу бусоводов, жуководов. Она сейчас в Клайпеде, через 3 дня, как говорится, отчаливают. Я думаю, ехать мне не ехать, 1000 километров это пойдет. Машина совсем не готова, в общем. Нужно строить, красить ее, привести в какой-то вид. В общем, выбудил меня. Ну а что, нужно делать машину. Ну, погнали! Нарезаю новые тумбочки, режу, кручу, а результат так и не видно. Работы-то сколько, досок еще сколько. Получается так, навернулся стартер, один день до поездки. Кстати, сам стартер перебрали, ну, километров 400 назад, это было месяца 2 назад. Поменяли втягивающую, бендикс, тем же щетки поменяли, в полностью перебрали, и он снова навернулся. Ох, выезжать-то через день. Ну, придется поменять стартер. Также, что у нас по тумбочкам? По тумбочкам, опа, почти допилил, собрал. Останется подкрасить места. Собрать сюда еще одну тумбочку из досок, напилить. И все будет, надеюсь, хорошо смотреться. В общем, ждем прогресса.